Проходил, находится место, перекрёстный синий, пожалуйста, проходите. Невыносимая боль в первый день, когда хранили, просто организм не справлялся и не могла прийти чисто по-человечески. А сегодня силы появились, и поэтому отдать должное, отдать честь, поклониться мужественному человеку, с которым связывали свои надежды на лучшее будущее, на борьбу с коррупцией, на справедливые суды. К сожалению, сейчас эта надежда осталась, но она все меньше и меньше. Будем надеяться на лучшее. Спаси, Господи. Вспомнить хорошего человека, которого лишили жизни, его семью лишили любви всего. Были надежды на него. Очень жалко. Всегда ходили к Немцову и ходим. Еще добавилось место. Не дай бог еще появится. Спасаемся очень. Потому что Алексей Навальный – это герой России и просто хороший, светлый человек. Как солнце. Ну, как друг нам. Да, он как друг. Как друг и... Как человек, который пострадал за справедливость, за правду. И таких людей на свете очень мало. Их следует ценить и беречь. И он навсегда в нашем сердце. Очень сильный человек.